Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Я вас сегодня встречаю на своей кухне, готовлю обед и перекус. Я сегодня решила приготовить такие сложные блюда, я бы сказала, решила заморочиться, потому что захотелось таких вкусняшек. Ну и мои домочадцы уже давно у меня просили приготовить лазанью, но так как у меня дома были каннеллони, я решила использовать именно их. Буду готовить такую щедрую порцию, чтобы хватило и на следующий день. Буду использовать 2 пачки каннеллони и 1 кг свино-говяжьего фарша. Ну и давайте готовить. Первым делом я нарезала репчатый лук и болгарский перец. Отправила овощи в сотейник тушиться. Далее добавила 2 зубчика чеснока и фарш. Подлила к фаршу совсем немножко воды и все хорошо перемешиваю. Много воды добавлять не надо, потому что фарш тоже выделит много сока, поэтому потом придется долго ждать, пока влага выкипит. Вот. Ну и в другом сотейнике я начала готовить бешамель. Мой стандартный и самый удачный рецепт. Я использовала 1 л молока, 100 грамм сливочного масла и 100 грамм муки. Ну и когда масса вскипела, через минутку я уже выключаю огонь, добавляю желток 1 куриного яйца и 1 жменьку тертого сыра. Все перемешиваю, и самый удачный рецепт бешамель у меня готов. Фарш, когда сварился, я сюда добавила совсем немножко томатного сока. Обязательно добавляю сахар, солю, перчу. В конце добавлю зелень, и фарш у меня будет готов. Теперь беру формочку, в которой буду запекать это блюдо, и начинаю заполнять каннеллони. Как-то раз вы мне советовали каннеллони заполнять при помощи кондитерского мешка. Девочки, этот способ не работает абсолютно, это был такой полный провал. Я воспользовалась этим способом, но у меня ничего не получилось, потому что вот этот готовый фарш, он абсолютно неподатливый. Я подозреваю, что если фарш будет сырым, то он будет выходить из этого кондитерского мешка такой целой колбаской. Но с готовым фаршем это не прокатило. Поэтому я опять же все начинила ложкой. Вот, выложила первый слой, залила бешамель, добавила немножко тертого сыра и выложила второй слой каннеллони. Повторю все то же самое, выложу бешамель, присыплю тертым сыром и отправлю в духовку запекаться. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Каннеллони выпекались ровно 40 минут до красивого румяного цвета. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? Пока каннеллони выпекаются в духовке, я перехожу уже к следующему блюду. Это у меня такая закуска-перекус. Я буду готовить куриную грудку с овощами, заверну ее в лаваш и запеку в духовке. Я уже несколько раз готовила такое блюдо, моим мальчикам оно очень нравится, и даже на праздничный стол не стыдно будет его поставить, действительно получается очень вкусно. Ну и готовится очень легко и просто, из самых доступных ингредиентов, но получается необычное блюдо. Ну и что я делаю? Первым делом я нарезала репчатый лук и красный зеленый болгарский перец. Посмотрите, какое буйство красок, какая красота получается. Далее нарезаю 2 зубчика чеснока,
Его тоже добавлю к овощам. И в последнюю очередь нарежу курицу. Куриную грудку я буду нарезать очень мелко, такими мелкими порционными кусочками, для того, чтобы нам легко было распределить курицу по лавашу и завернуть ее. Нарежу и добавлю к овощам, и все вместе у меня будет тушиться несколько минут. Курицу обязательно солю, перчу, можете добавить свои любимые специи и доведу ее до полной готовности. Воду я сюда абсолютно не добавляла, потому что и курица, и овощи выделят свой сок, и мясо приготовится в собственном соку. Но обязательно нужно дождаться, чтобы вся влага выкипела, потому что лаваш у нас просто-напросто намокнет и развалится. Теперь беру лаваш, один большой лист, и складываю его вдвое. Если у вас маленькие листы, используйте два листа лаваша, потому что одного будет недостаточно. Ну а у меня большой лист лаваша, поэтому я его сложила напополам и смазала майонезом. Теперь выкладываю курицу, распределяю ее по всему лавашу равномерно. Буду добавлять сюда также зелень и тертый сыр. Ну а потом заверну его в такой тугой рулет и обязательно края тоже подверну, чтобы начинка у нас не вываливалась. Рулет я нарежу на порционные куски и выложу на противень. Далее смажу его одним куриным желтком и присыплю кунжутом. Ну и все, в принципе, рулет готов отправиться в духовку запекаться. Они у меня будут запекаться при 180 градусах 20-25 минут. Долго запекать их не надо, потому что, в принципе, начинка готова. Нам нужно единственное зарумянить лаваш, чтобы он стал румяным и хрустящим. Вот такая красота и вкуснота у меня сегодня получилась, девочки. Рулеты получаются очень хрустящие, вкусные и ароматные. Ну и каннеллони тоже получились божественно вкусные. Они прекрасно успели свариться, потому что фарш у нас был немножко сочным. И без всякой предварительной подготовки они прекрасно сварились и приготовились. Ну а этот божественный бархатный крем-бешамель просто без комментариев. В общем, девочки, готовьте с любовью. Я вам желаю удачи и всем приятного аппетита. Девочки, хочу быстро показать вам свой уход. Ко мне пришли коробки с уходом. Вот это, например, уход за волосами. Я вам давно не показывала, чем я пользуюсь. И хотелось бы напомнить. Это у меня шампуни от Виши, линейка Теркос. Хочется вам о них напомнить, потому что я безумно ими довольна. У меня волосы очень тонкие, ослабленные, ломкие. Ну, по крайней мере, такими они были 2 года тому назад. Сейчас в ноябре уже будет ровно 2 года, как я пользуюсь этими шампунями.
шампунем, кондиционером и маской. Если у вас слабые, тонкие волосы и обильно выпадают, то вам точно по этому адресу. Я беру именно вот такой цвет, потому что вот этот цвет у них здесь меняется, ну, смотря с какой проблемой вы столкнулись, да, вот у меня именно такая проблема. И еще знаете что, иногда во время стресса голова чешется, да, вот кто сталкивался с такой проблемой, напишите. Вот, у него очень успокаивающий эффект, и волосы у меня обычно в сентябре очень сильно выпадали. Странно, почему в сентябре, после лета, после стольких витаминов, фруктов, но именно в сентябре у меня начинали выпадать волосы, но уже 2 года я такого не наблюдаю, девочки. Выпадают волосы так, как и должны выпадать каждый день. Вот, пользуюсь именно этим шампунем и таким же кондиционером. И каждый раз, когда я делаю заказ, они мне посылают вот такие пробнички, подарочки. Здесь несколько шампуней для мужчин и для женщин. И с прошлым заказом они мне положили такой пробничек с зеленым цветом. Был такой небольшой шампунь объемом 30 мг и вот с таким зеленым цветом. Там было написано, что этот шампунь для жирных волос. А у моего старшего сына, ну, очень жирная кожа и на лице, и на голове, ну, точно так же, как и у меня. Я ему отдала этот пробничек, сказала, возьми, попользуйся, если тебе понравится, закажем полную версию. Он действительно попользовался, девочки, ему очень понравилось и эффект, который дал этот шампунь. Он теперь уже не каждый день моет голову, а может через день, а то и больше. А так приходилось каждый день мыть голову, ну, чтобы волосы выглядели свежими. Ему еще очень понравился аромат. Знаете, во всех шампунях чувствуется травяной аромат, но он очень приятный. Вот. Ну и заказала я ему полную версию. Эти шампуни по 400 мл. Скажу вам, не самый дешевый шампунь, но и не самый дорогой. Я думаю, что на своем здоровье экономить не стоит. Так что, девочки, шампунь Деркос обязательно пробуйте. Ко мне пришла моя декоративная косметика. На ежедневной основе я пользуюсь не очень дорогой косметикой. Вот, заканчивается, из раза в раз заказываю те же продукты, кое-что вы уже у меня видели, ну, есть тоже кое-что и новенькое. Ну и начну я с этой мицеллярной воды от Эвелайн, уже много раз вам показывала, но еще раз вам напомню, потому что, вот, как видите, заказываю из раза в раз. Я пробовала очень много разной мицеллярной воды, но вот такую водичку я еще не находила, девочки. Я пробовала и с гидрофильным маслом, с разными маслами, с разными добавлениями, мыльными растворами. Но вот это именно тонкая, деликатная водичка, которая абсолютно не ощущается на лице. Вот если с гидрофильным маслом мицеллярку мне сразу же хотелось еще чем-то смыть и убрать, здесь такого не происходит, нет никаких масел, никакого мыльного раствора. Вот та самая легкая, приятная водичка, при помощи которой легко уберете свой макияж. Огромный объем, я всегда беру вот столько, 650 мл, и стоит она что-то в районе 5-5,5 евро, и хватает очень на долгий срок. Из ухода еще у меня здесь вот такой увлажняющий крем от Lancôme. У него были очень хорошие отзывы, он меня заинтересовал. Вроде как он лечит кожу от акне и от постакне. Так как кожа на лице у меня очень чувствительная, ребята, я даже полотенцем не могу потереть кожу, потому что она у меня покраснеет, и покраснение у меня не сойдет еще в течение 30 минут. Вот. И когда у меня появляется какой-то прыщ, и потом он проходит, у меня остается рубец, такой красный рубец,
уже не на коже, а под кожей. И вроде как вот этот крем, в нем содержится салициловая кислота, вроде бы как он способствует быстрому заживлению вот этих рубцов. Ну и также он создает защитный барьер для кожи, ну чтобы не проникали, да, какие-то инфекции, микробы. Ну еще он балансирует уровень жирности в коже, так как кожа у меня, ну где-то она жирная, где-то комбинированная. Вот попользуюсь, посмотрим, вроде через месяц-полтора я уже должна увидеть эффект. Обязательно поделюсь с вами. Вот так выглядит этот тюбик. И запаха здесь, в принципе, и нет, девочки. Вот такой белый крем. Почти без запаха. Очень-очень какой-то тонкий, деликатный аромат. Попользуюсь и обязательно потом, девочки, если забуду, вы у меня спросите, и я вам дам отзыв на этот крем. Здесь у меня тональная основа от Catrice, девочки. Это уже моя вторая бутылочка, но с первой бутылкой, как бы с оттенком, я пролетела. И так как я белая, кожа у меня очень светлая, я взяла самый светлый оттенок. Но он для меня оказался очень светлым. Но так как у меня есть тональные основы более темные, я их миксовала и выводила уже такой оттенок, который подходил мне, свой оттенок. На этот раз я заказала такую же основу, но уже в 0,1 оттенке. И это уже 100% попадание. И, ребята, я настолько довольна этим тональным средством. После него эффект у моей кожи вот прям такая фарфоровая, лощеная кожа. Очень мне нравится. Распределяю спонжиком, потому что у него такая средняя консистенция к плотной. Вот все, что вам нужно, какие-то неровности в коже скрыть, какие-то покраснения, он вам все перекроет. И вот эта тональная основа называется True Skin. Это означает настоящая кожа. И она вот действительно сливается с вашей кожей и становится второй вашей кожей. Не знаю, как вот более наглядно вам объяснить, но очень достойная тоналка и очень бюджетная, девочки. Так что фотографируйте. Вот. И у меня 0,1 оттенок. Здесь у меня вот такая белая тушь от Eveline, ребята, линейка Varieté, вообще эта линейка у них крутая, тоже средства мега бюджетные. Это белая тушь, девочки, в принципе, это праймер, он на ресницах работает так же, как и лак для волос, то есть я реснички прокрашиваю белым тушем, и они остаются вот на своих местах, так как я их прокрашиваю, они остаются распахнутыми. Вот, никакого эффекта утяжеления нет. В общем, тоже крутой продукт, обязательно пробуйте. Ну и как обычно, не знаю уже, какая вот эта бутылочка. Это черная тушь. После того, как я нанесла белый праймер, я наношу черную обычную тушь. Это тушь от Essence. Во-первых, смотрите, какая классная коробочка. И тушь внутри очень-очень черная. И вот такая классная щеточка в форме елочки. Тоже очень хорошо прокрашивает каждую ресничку. Ну что говорить, тушь очень бюджетная, что-то в районе 4 с чем-то, уже не помню. Я знаю, что некоторые девочки по моему совету уже попробовали эту тушь и остались очень довольны. Так что, ребята, вот фотографируйте, находите и пробуйте. Также заказала себе уже, наверное, 20-й раз вот этот карандаш для бровей от Catrice в оттенке 0,20. Это самый светлый карандаш. Я безумно довольна этим карандашом. С этой стороны у него вот такая щеточка для расчесывания бровей. Ну а с этой сам карандаш. И этот карандаш очень правильной текстуры, девочки. Не твердый, не мягкий, как раз можно прорисовать волоски или сделать такой эффект пудрового напыления.
очень довольна. Номер 020. Попробуйте, тоже мега бюджетный карандаш. По-моему, 3 евро 60 центов стоит, так что обязательно присмотритесь. Ну и как обычно, они мне тоже положили вот такой подарочек. Это тинт от Lancôme. Я его попробовала. Чуть-чуть он для меня темноват, но ничего страшного. Классно все перекрывает. Текстура нежнейшая, запах очень приятный. Ничего, я буду его миксовать с чем-то светлым или оставлю на лето, как раз если подзагорю чуть-чуть, будет как раз. У меня также закончился консилер. Я себе беру консилер от Eveline. Ребята, это самый увлажняющий консилер. Вот очень приятно ощущать, знаете, в конце дня, когда я трогаю зону под глазами, что она у меня очень увлажненная, что консилер мне не пересушил эту зону, а ведь эта зона под глазами, там кожа самая тонкая, и ее ни в коем случае нельзя пересушивать. Вот этот консилер очень правильной текстуры, он перекрывает все, что должен перекрыть, какие-то красные пятна, например, или неровности на коже, он перекрывает все на свете. Я знаю, что некоторые девочки и этот консилер пробовали по моему совету и остались очень довольны, так что вот кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это мега увлажняющий консилер, особенно уже для взрослых девочек. Ну и последнее, девочки, что я взяла, это вот такая пудра, матирующая пудра от NYX. Я ее уже попробовала, она мне очень-очень понравилась. Это самый светлый оттенок, знаете, такая пудра очень легкая, абсолютно не ощущается на лице. Самого мелкого помола вообще, как будто вы ничего не наносили, но эффект такой матовый, фарфоровый, очень мне понравился. Одно замечание, девочки, особенно взрослые девочки, никогда не наносите пудру под глаза и на лоб. Лучше эту зону избегать, потому что там, где у нас уже появляются морщины, какие-то заломы, пудру лучше не наносить, потому что пудра все-таки пересушивает кожу. На Т-зону, пожалуйста, наносите. Т-зона — это у нас нос, подбородок и носогубки. Ну а вот под глаза и на лоб лучше эту зону избегайте. Вот и все, ребята. Вот такие у меня покупки, вот такие советы, замечания. Я надеюсь, вам понравилось. Вечером к чаю, девочки, мне захотелось еще больше заморочиться и приготовить, ну, очень интересный пирог, который уже давно смотрю. Его уже приготовили на многих кулинарных каналах, также в Инстаграм он мне выскакивает очень часто. В общем, интересный рецепт, он меня очень заинтересовал, поэтому решила тоже повторить. Пирог состоит из тыквенного теста и творожного. Ну и, как понимаете, тыкву нам нужно сначала подготовить. Нам нужно ее запечь в духовке и превратить ее в кашу, в пюре. Поэтому я ее нарезала на кусочки, извлекла сердцевину, убрала косточки, добавила несколько капель оливкового масла и запекла в духовке. Духовка у меня стоит на 190 градусов, а тыква у меня запекалась ровно 1 час. Спустя 1 час я извлекла тыкву из духовки, ну и сейчас, естественно, нам нужно отрезать кожицу, которую мы не отрезали. Перекладываю тыкву в контейнер и погруженным блендером превращу ее в кашицу. Все хорошо перебью, сделаю из тыквы пюре. Ну и в отдельную мисочку я оставлю себе 500 грамм. Именно 500 грамм нам потребуется для приготовления этого пирога. А все остальное я помещу в контейнер и уберу в холодильник. Ну и будет у меня тыквенное пюре для приготовления, например, тыквенных маффинов, панкейков или оладьев. Ну и, собственно, начинаю готовить творожное тесто. В миске у меня уже находится творог. Я сейчас к нему добавляю сахар.
ваниль, 2 куриных яйца, добавлю йогурт и муку. И по стандартному рецепту сюда абсолютно мы не должны добавлять ни соду, ни разрыхлитель. Но, девочки, я засомневалась, что без разрыхлителя как же тесто поднимется в духовке. Я испугалась, поэтому все-таки в конце я добавила 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Вот все перебила блендером и в конце добавила разрыхлитель и все еще раз хорошенечко перемешала. И я думаю, что это было очень даже правильное решение. Тесто у меня хорошенечко поднялось, но без разрыхлителя я сомневаюсь, получилось бы ли тесто хорошим или нет. Тыквенное тесто готовлю таким же образом. Я всю тыкву перекладываю в миску, добавлю сахар, 2 куриных яйца и натру цедру 1 апельсина. Если у вас апельсин не найдется, добавьте лимон. Добавлю 3 столовых ложек муки и в конце точно так же 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Все хорошенечко перебью погружным блендером и тыквенное тесто у меня будет готово. Текстура теста получается кремовая, очень вкусная и ароматная. Тесто я уже подготовила и теперь беру вот такую прямоугольную формочку и обильно смазываю ее сливочным маслом. Ну а далее начинаю выкладывать тесто вот таким же образом, как и на зебру. Беру 2 столовые ложки творожного теста и по 2 столовых ложек тыквенного теста. Ничего ложкой перемешивать не нужно, ничего распределять не нужно, тесто само растечется и распределится. Единственное, что я сделаю, это в конце похлопаю по столешнице формой, чтобы тесто немножко растеклось. И все, отправлю ее запекаться. Духовка у меня разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз, ну а пирог у меня запекался 1 час 10 минут. Но так как духовки у всех разные, вы обязательно проверяйте его на готовность деревянной шпажкой. Ну и вот такая красота у меня получилась. Пирог получается действительно очень красивый, вкусный и нежный, как облачко. В конце я его припылила сахарной пудрой и нарезала. Он у меня прям в руках разваливается, вот настолько он нежный. И текстура у него такая очень нежная и кремовая. В общем, девочки, это очень вкусно. Обязательно приготовьте. Это действительно получается вкусно и необычно. А на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну а я вам желаю прекрасного настроения. Увидимся уже в следующем видео. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока!